Всем привет, друзья! Сегодня прокатимся, покажу вам Виторган 177. Сделал новый полигончик. Не сделал, а немножко изменил. Добавил там водички в свои лужки. Пум-пум-пум. Полигон. Полигон. Прокатимся. Вот там мазики. Все-таки наконец-то я решил себе подсобрать для стрима автомобиль. Буду собирать КамАЗ-43-101. Естественно, ребята, будет под видео еще ссылочка на свет. На все варианты света в мультиплеере работы будете видеть у друзей своих свет. Ссылочки будут под теперь каждым видео. Будет версия 1. Свет будет гореть на машинах, на дефолтных, всегда, днем и ночью, не выключаясь. Это версия 1. Версия 2. Будет свет всегда гореть днем и ночью. И будут еще лучи. Вот такие, как на КамАЗе у меня, светятся, видите? То есть на дефолтном транспорте будут лучи еще от фар идти. И третья версия, это вот мы последнюю версию сделали, катали, будет, как вот у меня сейчас стоит ночью, будет светиться, днем, видите, ничего не светится, ночью автоматически будет на дефолте включаться свет. Днем не светится, ночью включается. Это версия 3. Ссылки будут. Можете посмотреть везде под последними видео. То есть здесь синхронизация написана света на стриме. Тоже у меня там ссылочки на все три версии лежат. То есть сейчас вот у меня стоит третья версия. Свет автоматически включается ночью. Днем выключается. Ладно, давайте прокатимся по Витиному полигону. Так, возьмем мы с собой, наверное, кран поставим. Только я перекинул тут сейчас кран. Можно попробовать спальник. Пойдет спальник. Нет. Спальник. Где же это есть? Спальник. Есть. Мелки есть, что-то еще может. Ну, давайте еще защиту кабину что поставим, раз есть. Так, ну туда и лебедку воткнем. Лебедка, где ты, лебедка? Лебедка вращается. Фары. Бампер. Проснись, зараза, проснись и пой. Так, я не знаю, поехать на маленьких колесиках. Что-то побольше поставить. Ладно, поедем на этих. Все, погнали. Убираем. И поехали. Кран рабочий, если кому интересно, сейчас тоже продемонстрирую на всякий случай. Оп. Оп. Так. Три стрела. Поехали. Надеюсь, ничего никуда не улетит. Как-то так. Чик. Упс. Ладно.
погнали. Криво все. Так, в этой луже, по-моему, была вода. Вроде тоже по грязи ничего не изменилось в этой луже, то есть то же самое все. Это мы тут застряли. Крану-то вообще, ребята, прикольно ехать. Вот я хочу, чтобы он открывал два очка гаража, вез как бы прописать. Ну, модель вообще прикольная. Это Дмитрий Романенко кран с его КамАЗа. Когда я просто вот перетянул его сюда на этот КамАЗ. Этот КамАЗ, кстати, тоже Дмитрий Романенко. Парень молодец, делает обалденные моды для игры Spin Tires. Этот КамАЗ вообще с 1304 переписанный. К многим обращался, как бы сам не мог что-то его перепилить, там куча аддонов на нем было. Переписывал его Тёма. Спасибо ему огромное, как бы, за помощь эту. Данный КамАЗ, как бы, я так думаю,
будет, наверное, только у меня, если никто сам там не сделает его. Я его оставлю для обзоров себе, запилю, просто все уже тут гоняют на своих машинах. И Джанки гоняет, и Виторган гоняет, и Павел у нас каблуков уже машину запилил. Один я, то на одной, то на другой, своего ничего нет, так что я думаю, что вот этот КамАЗик я себе сделаю для обзоров. Ах, лапы мешают, наверное, уперся. Запилю его себе для обзоров и буду на нем кататься. Может быть, попозже выложу его в общак. Посмотрим. Ну, пока что будет только, наверное, данный мод у меня для обзоров. А, ну вот, кстати, Витя добавил здесь воду в грязь. В эти маленькие лужки тут добавил водички. Смотрится поприкольнее, конечно, чем было. И грязь тут, конечно, жестяк вообще у него. Жесткая, хардкорная такая. По-моему. Оп. Не знаю, Витя тут подправил, что-то не подправил. Может, водички побольше сделал. Да и склоны вроде немножко под полегче сделал тут, чтобы проходилось. Хотя вроде. Все вроде так же, ничего даже большой разницы не увидел. Скачать данный полигон сможете, тоже ссылочка будет под видео. Вот и все, и приехали, походу. Нет, еще не приехали. Так что, если кто, ребята, будет обзорчики писать на машинки, на моды, то полигончик вообще тут хороший. Ну, тут я, наверное, стопудово, наверное, проеду. На брюхо сяду. Да, давайте не поедем вот тут, наверное, на этом кране. В лужу тоже, наверное, надо не ссылаться, у меня там глубина не настроена. Ох, все, походу, вилы. Приехали, называется. Давайте поднимать его в лужу. Вот тебе и хотел в лужу. Ага, за что зацепился, даже не помню, что это такое. А, это лебедку вытягивает. Ух ты, обалдеть. Жестко. Давай, поднимайся, дружок. Смотрите, не зря я тут не хотел ссылаться в эту лужу. У меня уровень тут потопляемости еще не отрегулирован, он просто тупо встал вот тут. Так. Ну, по поводу синхронизации света, смотрите, под последнее видео, там все версии, версия 1 без лучей всегда горит днем и ночью, свет на дефолте, работает все в мультиплеере, версия 2 с лучами днем и ночью горит, тоже работает в мультиплеере, и версия 3, вот сейчас как у меня стоит, видите, машинки днем не светятся, вечером где-то в районе там
около, там, после 7 часов к 8, наверное, свет сам автоматически включается, а утром что-то там в районе 6 часов вроде начинает тухнуть. Вроде как и аккумулятор не садится. Вот у меня сейчас стоит с автоматическим включением. Сейчас мы тут вот как-нибудь для скрина еще поставим посимпатичней. Чик. То есть вот со светом еще раз повторяю. Вот, ночь. Все на прицепах, на всех машинках все будет тут светиться, видите. Ночь, день. Также и спереди все это дело. У нас тут все включается. Ну, я думаю, это самая такая будет актуальная версия. С включением, выключением автоматическим. Все в мультиплеере работает, на всем дефолте будет прописано. В дальнейшем все моды и старые, которые есть вот у нас доработки, то есть все будет переписываться, все будет в мультиплеере работать с автоматическим включением, то есть днем будет не будет гореть, ночью будет гореть. Все это будете видеть как бы в мультиплеере во время игры на данных наших модах, доработках. То есть как-то так. Давайте его поплывем с линейца. Так, тулычка, стрела, подъем. Ну, сейчас УАЗиком их сейчас подцепим. Вот оно как будет сейчас все это дело. Оп. Иди сюда, дружок. Сейчас мы тебя приподнимем. Если кому интересно, вот лебедочка, видите, у меня желтенькая. Тоже пишите в личку, как бы будете писать, там отпишитесь. Я, может, выложу тогда, если нужно будет кому. То есть вот такой вариант у нас будет. Все, УАЗик болтается. Сейчас скрин еще поймаем. Опаньки. Все, ребята, автоматический свет. Короче, все версии света для мультиплеера увидите под видео. Ссылочку на полигон версии 5.2 от Виторган 177 будет тоже под видео. Кто досмотрел до конца, многие ругаются на этот самый, скажем так, на турбобитовские ссылки, потому что там скорость скачки медленная. Ну вот одно могу сказать, кто видео досматривает до конца, там у меня два варианта ссылок. Первая ссылочка будет турбобит, вторая будет шары модс, там нормальная скорость скачки. То есть, ребята, пожалуйста, качайте. Все запасные ссылки — это будет шары модс, первые ссылки — это турбобитовские, это для тех, кто не досматривает видео до конца. Кто досмотрел, имейте в виду, можете качать с большой скоростью по второй запасной ссылочке, то есть без напряга. Так что вот так вот. Всем, ребят, спасибо за просмотры, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу, ставьте лайки. Всем удачных покатушек на полигоне, на Витином. Скачивайте свет, теперь свет доступен для всех, качайте, не пожалеете. Ну, кто понимает, конечно, хоть немножко и ковыряет тут машинки, то там в архиве можно просто папочку класса с автомобилями и прицепами перекинуть, не обязательно полностью медиафайл менять как бы. А, ну, кто не понимает этого, тут просто как бы архив медиа с данным вариантом света, там версии 1, 2, 3, любую выберите, какую вам надо. Ставьте. Кстати, где вот лучи, там на полигоне машинки будут ставиться. До этого говорили, что не ставятся. Они будут ставиться, но на более дальнее расстояние ставьте. И машинка будет ставиться на полигоне с лучами, то есть как бы, ну, если для мультиплеера, то с лучами можно гонять как бы по барабану. Так что все, ребята, еще раз всем спасибо, пока, всем удачки.
Давайте еще скрин, что ли, залепим. Пум. Все, удачи всем.